Веселые танцы, море детских улыбок, мыльных пузырей и всем знакомые песни. Так сотни ребят со всей республики вместе со своими родителями, бабушками и дедушками провели выходные в Архейленде, где прошло незабываемое мероприятие «Праздник мыльных пузырей». Всех гостей по традиции встречал любимый талисман парка мистер Орхи. Для юных гостей праздника и в этот раз он вместе с организаторами подготовили особую развлекательную программу. Творческие мастерские и множество конкурсов. Кульминацией веселья стала дискотека мыльных пузырей, которые дети надували и запускали вместе с аниматорами. Сегодня для малышей мы организовали мастер-класс по изготовлению мыльных пузырей. Мы научили их делать специальные мыльные растворы. Я уверена, что они точно запомнили, как все правильно нужно делать. И на всех вечеринках, дня рождениях, которые у них будут, они будут делать такие замечательные мыльные пузыри. Я надеюсь, детям было весело и их родителям тоже. Пока мыльные пузыри парили над Архейлендом, юные артисты и музыкальные коллективы из Аргиевского муниципия и района представили потрясающее музыкальное шоу. Посетители парка вместе напевали полюбившиеся песни. С яркими улыбками на лицах дети танцевали, веселились и играли в прятки. Родители признались нам, что праздник мыльных пузырей подарил им множество незабываемых воспоминаний. Могу сказать, что атмосфера очень веселая. Дети отлично проводят время. Мы попали на это мероприятие случайно и уже собирались домой, но ребенок увидел, что здесь танцы и артисты, поэтому мы пришли сюда, чтобы повеселиться. Все очень хорошо организовано. Очень хорошо для детей. Важно, чтобы им было весело. Мы рады, что им это нравится. Супер! И мы смогли себя почувствовать детьми, несмотря на возраст. Очень хорошее развлечение для детей, хорошо организовано. Дети в восторге. Это очень замечательный опыт. Мне понравилось. Мы здесь первый раз, но здесь замечательно. Дети узнали что-то новое сегодня. Надеюсь, будут еще такие мероприятия. Отметим, что праздник мыльных пузырей был организован Аргиевской примарией при поддержке почетного примара и лидера блока «Победа» Илона Шора.